Анапский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира. С 16 по 18 декабря в Москве проводился чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин в абсолютной весовой категории. Участвовали представители 20 стран. Федерацию рукопашного боя Анапы на соревнованиях представил член сборной России Николай Фединович, который выступал в весовой категории свыше 73 килограммов. Он победил в 3 боях, из которых в 2 досрочно. Но в финале уступил представителю из Узбекистана и по результатам поединков занял 2 место. Поздравляем Николая и его тренера-преподавателя Александра Толовского. Желаем дальнейших побед. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».